Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости великому грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва Святой Матери, и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети силы немощи наши, имени Твоей ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на себе, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем Твоим стопам благи, ангельскую песню, вкушаем Тебе силу. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси от сна Ты поднял меня, Господи. Ум просвети сердце, открой устами, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится, так со страхом воскликнем в полный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долгой терпении Ты, Боже, не прогневался на меня ленивый и грешный, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня лежащее лицо знания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву. И прославить могущество Твое, и не просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоему. Уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, распевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Царю и Богу нашему. Блажен, кто помышляет о бедном, и нищим, бездействие избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, блажен будет он его дело. Ты не отдашь его на воду врагов его, Господь укрепит его на воду болезни его. Ты изменишь все ложе его, болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня. Исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его. Если приходит, то видит меня, говорит ложь, сердце его слагает себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло.
Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему горем. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб со мной, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и оставь меня, я воздам им. И с того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не торжествует надо мною. А меня сохранишь в целости моей и поставишь под лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Как рой желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лице Божие, слезы мои были для меня хлебом. День и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий. Согласом радости и славословия празднующего сонно. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Умывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе из земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна, бездна призывает голосом водопадов твоих, все воли твои, и на волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни на меня молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетью хожу от оскорбления врага. Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в стяжу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня, для чего я сетью хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, да уйдут они меня и приведут на святой город твой и родители твои. И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на Дух Свой буду славить тебе, Боже, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо никогда не делал ничего доброго пред тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне твоя воля. Дай мне не подвергаться суждению, открыть мою достойную уставу свою святую имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спасти, припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховную смерть, но сжался надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред тобой на молитве. После сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день Христи Божий и спаси меня. Владыка человека, легче встав, после сна я спешу к тебе по милосердию твоему. Принимаюсь за угодные тебе дела, я молюсь тебе, помоги мне всегда во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, он дьявольского искушения. И спаси меня, видя вся святой вечную, ибо ты мой Творец и источник, и податель всякого блага.
На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой мне при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, Сын бесплотный всякой плоти на высотах небесных живущий, озирающий дворы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведающий тайны человеческие, безначальный и вечный, и неизменный свет, который не оставляет от него места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моление наше, которому в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творить Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мысли, вольно и невольно, очистясь от всякой нечистоты плоти и духа, и явно нам с бодрствующим сердцем и трезвыми мыслью всю ночь здешней земной жизни и ожидания наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими, не сонными, но бодрствующими и оставшими среди исполнения заповеди Его, и готовые войти с Ним в радости божественным чертов славы Его, да непрестанные голоса торжествующих и невыразимой радости видящих, несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, на Тебя воспевает все творение, веки вечные. Аминь. Святой ангел, поставленный блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за мою обязанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. И не сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проявлять Бога ни таким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем. Судил Он меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумное, нерадение и все скверные лукавые хумника ушли от несчастного моего сердца, помоченного мамы его. Погаси пламя страстей моих и воянущий слав, избавь меня от многих обидительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого и действия, ибо ты благословенна от всех родов, и твоя пречестная имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Анатолий, Татьяна, Сергей, Игнатий, да мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам и молительникам о душах наших. Благородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен ты от чрева твоего, ибо Ты родилась Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы Христа Твоего, святых Твоих. Спаси, Господи, помилуй самого духовного, Игнатия, батюшку и Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подаем Твои земные небесные блага
и не лиши их милости Твоей, посети их, укрепи силу Твою, даруй здравие и спасение души. Ибо Ты благ и любишь людей. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. И прости им все грехи вольные и невольные, даруй им Царство Небесное, со святыми и покой Христе. Души рабов Твоих, правцев, отцов, братьев наших там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва о Духом Чистой Твоей Матери и всех святых преподобных богоносных отцов наших, помилуй нас. Аминь. Я тихо смолюсь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, сохрани наши сокровища книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. Столько лет Ты хранил душу мою. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, веди ее навеки. Вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым, довольным, никому не завидовать, не роптать. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Спаси, Господи, помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия Вениамина, архангела Диамида, Тихона Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима Засимали, Владимира Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Пасхуих, невест священнище, скинощи, высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю сию к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Господи, слава Тебе за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников.
и сохрани нас от всякого рода зла и греха. Аллилуйя! Сохрани и защити нас, десятиление наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, Михаила. И пришли добрые жители с детьми, знающих Тебя, любящих уставы Твои. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадах, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексеевну. Расширь пределы общин. Побуди на благовестие народ Твой. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иова, Авель, Ной, Иосиф, Патриарх, Ездра, Неемия, Мус, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрах и пророк Михей, Авраам, Исаак и Ах, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Господи, посети врагов, разруши их замыслы, закрой их лживые уста, дай им страх Твой святой, примири их и с нами, и в судный день не помяни их безумие и лжи. Исхити их из пасти льва рыкающего. Аллилуйя! Благослови благодетелей наших, и через них сотвори благое церкви Твоей, Елену, Евгения, Евгения, Наталью, Максиму, Владимиру. Аллилуйя! Посети, Господи, болящих, дай силу все перенести, пошли им здравие, служение Тебе. Сергею, Александру, Александру, Анну, Анну. Дионисия, Романа, Игоря. Марию, Валентину, Антонину, Калерию. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу, по Твоему благоволению. Да будет этот день днем благословения, прославления Твоего имени и дел Твоих, Христе Боже наш. Путешествующий, благослови Иоакима, Сердар. Ты знаешь их, Господи. И предстоящие встречи да будут благословены Тобою. Не пройди мимо отступников, найди их, не дай им погибнуть. Александра, Николая, Михаила, ты всех их знаешь. Обольщенных миром, самомнением, высокоумием. Приведи их к церкви Твоей святой православной. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, апостолы, Петр и Павел, Евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий, Богоносец, Поликарп, Сминский, Устин, Философ, Космая, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анклимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Иосиф, Борис и Глеб, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Аллилуйя!
Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феоха Первомущенца, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Петру, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Мария Магдалина, Мария Египетская, Присхила, Акила, Андроник, Юни, Киприяна, Устина. Дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раиса, Христа, Марина, Юлия. Людмилы, Галины и Анна. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. И все наше родство найди. И такие Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию. Татьяна, аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, ибо нет иного Бога, кроме тебя, столь любящего создание свое. Запрети чуждым и приближайся сюда, где мы можем преклонять колено, только по твоему благоволению да будет все. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, сохрани это наше сокровище, сайт и форму трудящихся на нем Игорь, Дмитрий Виктор. Дабы многие еще познали тебя, служа тебе. И укрепи нас в вере православной, а замысле еретиков ничто преврати и развей. Тебе слава, тебе хвала, честь и поклонение. Пошли, Господи, все необходимое для встречи друзей, взрослых и детей. В твоей руке вся власть. И защити нас от происков мирских властей. Сокрой детей твоих. Прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати твоей, Господи, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси и помилуй детей твоих, убиваемых, поражаемых. Прими их в обители вечные. Укрепи народ твой. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб твой. Аминь. Доброе утро. Так, в воскресенье у нас молитва не собираемся, потому что в храм идем. Занятия прекратились до 10 октября. Там, говорит, занятия ведет Сергей Ильин. Там надо узнать, где. Он православный, хороший христианин. Постарайтесь, если у кого время, если желает, просто попасть к нему за это время. Если что-то будет вам неясно в его там преподавание, можете задать вопрос, но по скайпу, кому нужно, выйти на меня, постарайтесь, вот осталось неполных 2 недели. В субботу уже 10-го мы должны выезжать. Разные вопросы есть. Сейчас некоторые без разрешения приезжают сюда, в Барнаул, этого делать нельзя. Как бы мы ни были знакомы, пока мы не договоримся. Ведь речь идет не только что приехал, но и встретить, где встретить, если я не дал разрешения, а ты приехал, ну а к кому ты приехал? Тебе придется останавливаться или в гостинице, а встречаться придется где-то на улице, но тебе это надо. У нас определенный порядок, и командовать тут никак нельзя. Мне жизни не хватит, если без разрешения будут приезжать. Только сегодня, утром, вот сейчас уже несколько человек уже едут, уже сегодня только. Вот, другие приезжают с детьми. Мне надо обиходить, принять. Это не просто так. А когда мы знаем, кто бы он ни был, хорошо знакомый, у нас Потеряевку приезжает,
его записывают документы. Наш епископ приехал. Замглавы администрации края. Обязательно идут в дом старосты, и там журнал, где все записываются. Такой порядок, и он не противоречит законам божественным и мирским. Никак это. У нас было такое. Приехали там их, кажется, не записали, а они приехали муж с женой. И я вижу, ведут себя не так они, как христиане. Вроде бы, сейчас не помню, с бородой он уже был или нет. Они везде стали занимать деньги, сразу же занять деньги. Ты внезапно выехали из Потеряевки сюда и не доехали. А на вокзале встретили нашу знакомую и успели тоже занять деньги и исчезли. Исчезли, но адрес был домашний, где они туда писали, никакого ответа, ничего нету. Ну, что хочешь, что и думай. То есть... Как-то женщина в прошлом году приехала, она что-то там учение, какого-то старца развозит. И женщина пробивная, ее кто-то там поставил на это дело. Она далеко проехала и нас нашла. Ее наставник сказал, обязательно со мной встретиться. И главное, на велосипеде и с двумя собаками. И женщина за 50 лет. Это не просто так. Вот возьми на себя это. Две собаки ее охраняют. И она хотела встретиться, и нашла Потеряевку, и там встретилась, а меня там нету. Ее никто не ждал, не звонила, никак. Приехала сюда, у меня есть наружка, я видела, она есть. Жена вышла, поговорила, а я так и не вышел. А зачем? И дальше она звонила, и звонила, меня добила там настоять. Я понял, что им надо, их учение. А учение не евангельское. Вот избрали сейчас... Короновали уже несколько лет назад императора всероссийского, там Георгий, Михаил, два имени у него. Но я посмотрел, уголовник какой-то по виду-то. Ну, я не знаю, что он уголовник, нет, но вид старого уголовника. Вот прям, ну кого же избираете-то, царя? Ну посмотри, как выглядели цари. Ну маленько, что-то среднее-то можно выбрать-то. Ну нельзя так бегемота да и динозавра скрещивать. Вот, я от него сразу... Приехал сюда человек, и потом сам якобы приехал в Барнаул и звонит о встрече. Я отказался и не встречался. Есть Баранов Михаил, близкий, ну просто близкий сотрудник Невзорова Александра Глебовича. Тоже приехал в Барнаул и тоже звонит о встрече. Я тоже отказал. Зачем? Не потому, что я боюсь запятнать свою биографию, я сразу встречаюсь без предупреждения, и я вижу, что эти люди враждебны церкви, патриархии. А куда они принадлежат, мне не надо узнавать. Просто отказал и все. Мало того, приехал сюда человек, да мне пришлось ехать в машине, вместе везли мы священника, который короновал нового императора. А Путин-то и не знает, что тут уже император другой-то. Он познакомился хотя с ним. Но встреч никаких нету. Так что я далеко не всех принимаю. Что значит принимаю? Ну, побеседовать люди решили. Заранее написать надо, мы узнаем, придете, проверим. А что так за лохов, как говорят, людей считать? Вот я говорю, кому нужно по скайпу что-то поговорить, вопросы есть. Вот уложитесь хотя бы в 10 дней, еще время есть. Потеряевки до 10 октября этого не будет. Я могу только под скайпом несколько слов сказать. Связь очень не такая, как здесь, и слабая, и... прерывается, и деньги платить намного больше, чем в городе. Вот здесь меня кто-то оплачивает, и хотели оплачивать деревенские, но я отказался, приходится с моей крохотульки пенсии там платить, там, сколько, 500 рублей или еще. Ладно, еще Никита помогает, там как-то соединяет. И тарелка сделана там, и все, и модем на высоте, ну вот так. Нам нужно, чтобы помогли молитвой. Потому что у меня я начинаю с нуля. Ни ребятишек, ни средств, ни продуктов. Вот. Осталось вот этот промежуток времени. Тем более объявление давать о лагере. Я раньше давал. Я не могу дать, лагеря нету. Я должен так выразиться, чтобы показать, что у нас другой формат теперь. Не то, что там скрывать, еще когда все открыто. Я все в интернет выставляю. И как там дома готовят, и как будут дети, и... Это все будет
выставлять будем, потому что обрабатывают в разных городах, бывает. Наши материалы, у нас коллектив, как-то у нас отмечали день сайта, и кажется, 12 человек было только. Кто-то спонсирует, кто-то составляет, а я только замки снимаю и название даю. Это моя прерогатива, как обладателя этих ресурсов. А что это? Мой мир, на мой мир перетаскивать, как я сейчас делаю из канала Ютуба, там тоже времени будет. Там время только я выбираю ночное, если только еще проснусь, там подешевле маленько, там комары не заедят. В степи, считай. Так что тут без всякой обиды принимать не могу. А куда и разговаривать-то? Важно такое. У нас все есть на нашем форуме, сайте, Ютубе, Mail.ru. И вот теперь мы молимся, мы, я каждый раз добавляю к молитве пояснения. Но пояснения разные. Там и проходили мы о крещении, это относится к молитве, о покаянии, о смирении, сейчас о церковной дисциплине. С молитвой все связано, абсолютно все. Почему Василий Великий, Иоанн Златоуст говорят одинаково: наведи порядок, и тогда продолжай служение. Порядка сегодня в церкви нет, проходной двор, хоть где. Василий Великий. Понимаете, вот слова какие великие. Вот Антоний Великий там. А таких с присказкой или приставкой «великий» с большой буквы за 20 столетий было только 17 человек. И что интересно, цифра 17. Что апостол Павел называется апостолом, тоже 17 стихов. Вот я такие делаю сравнения, видимо, что-то в этом есть. Я не специалист, не знаю, но именно так. Вот святые объясняют, что означает 4 Евангелия. Видел 4 животных, и в храме так и рисуют. Если Лука, рядом с ним телец, бык. Вот Матфей, там где лев, значит, Марка, орел Иоанна. И вот это их соединяет. На 4 стороны света Евангелие разошлось. Это толкует Андрей Кесарики-Подокийский, архиепископ. Тут в цифрах что-то значит. 6 цифр и 7 рядом стоят, но большая разница. Одной будет пользоваться Антихрист, а другим Христос. Вот в православии 77 книг Библии, у сектантов 66. Но я не хочу даже говорить, но именно так. А чтобы 3 шестерки сходились вместе в Библии, таких мест, кажется, 2. И вот посмотрите, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. Я не говорю, что так и надо понимать, но настораживает. Почему люди разошлись? Речь идет о причастии. А причастие там, где литургия. А литургия там, где священник рукоположенный от апостольских времен. И в это 666 не входят сектанты ни один. Ни один за 2000 лет. А у них нет этого. Они баптисты, там, адвентисты, они говорят, нет, это воспоминания. Вечера Господня, вечере. Не литургия. Нету крещения, у них прощения нету, а от обещания Богу доброй совести, 1 Петра 3 главу считают где-то. Вот и все. Не надо бояться этой цифры, но иногда так посмотришь на это. Но не случайно, что сектанты отбросили 11 книг, вот 66 и 77. Православие всегда на высоте, вот в этих числах. Все обдумано здесь, 7 таинств. Видите, как в церкви, не 6. Ну, может быть, там надумано что-то как-то, но, однако, цифру 7 церковь придерживала запас. Вот звезда шестиконечная. 6, что? Иудейство, сионизм, антихрист. Вот звезда Израиля, называется звезда Давида. Какое отношение к Давиду, откуда они взяли? Опять, 5 масонства. Пятиконечная звезда – это масоны. Пятиконечные. У Америки воюют между собой, а у всех пятиконечные, вот как взять все галстуки. Сидит китаец, там какой-то монгол, там в верхах, в ООН. Все в галстуках. Или пуговку расстегни. Я нашел устав, оказывается, у них есть. Если костюм, там где у него китель, то последняя пуговица внизу должна быть расстегнута.
Его сразу остановят и не запустят, если он не подчинится. А православный, да ничего не значит, значит. Застегнутая пуговица, последняя, около горла, это означает собранность. А то расхлябанность, даже по-внешнему. Я один раз шел на занятия в университет и решил, говорю, давайте, кто в галстуке идет, буду спрашивать, зачем он у тебя? А отвечает, как Шариков, собачье сердце Михаила Булгакова. Вот, а зачем? А красиво. А что красиво? Это веревка, масонская удавка на тебя на шее. Это аксессуар 21 века. Это арабская цепь, только заменили ее на тряпочную. Она не греет тебя, а деньги стоит. Зачем? А вот при какой рубашке? Вот клетчатая на мне рубашка и галстук нельзя носить. Она должна быть определенного цвета. Видите, как у них все? А у нас крестик, разницы нет никакой. Есть. Есть. Чтобы крестик должен быть ровный по перещенке там и прочее. Но я просто пока говорю. Вот. Четвертый пункт строгости. Установить строгость по священному писанию, по канонам церкви. И начинается, кавычки открыты. Весьма болезную, что правила отеческие оставлены, и всякая строгость изгнана из церквей. Это вообще. И боюсь, чтобы дела церковные не пришли в совершенное замешательство, когда сие равнодушие мало-помалу далее идти будет своим путем. По обычаю, издревле водворившемуся в церквах Божиих, служители церкви приемлемы были по испытании со всякой строгостью, и все поведение их прилежно исследуемое было, не злоречивы ли они, не пьяницы или не склонны ли к ссорам, наставляет ли юность свою, да возьмут совершать и святыню, возмогут, без кое никто не узрит Господа. Евреям 12:14. И сие испытывали пресвитеры, диаконы с ними живущие, доносили о том хорепископам, то есть исследовали, доносили, так и написано. А сии, приняв отзыв от свидетельствующих поистине и представив епископу, таким образом причисляли служителей к священному чину. Ну и дальше я тут просто провожу, посмотрю, о которой вознеродели, что с ними было. Вот просто да, считайте здесь. Дело, наконец, пришло в состояние неисцелимое, особенно ныне, когда многие из страха быть взятыми в воины, чтобы не брали священников, определяется в служение церкви. Интересно, поехал Иоанн Златоуст проверять за Босфор. 400 священников сразу исключил из чина. Негоже, чтобы в армию не идти, они рукополагались. В одной деревне, кажется, больше полсотни их было священников. То есть обман. Он не священник, а прятался от службы. Надо открыто было сказать, почему по другими надуманными причинами, так называемые свидетели Иеговы-то не прячутся. Адвентисты раньше не ходили. И православные, толстовцы. Я могу рыть окопы, но снаряды подносить не буду. Корректировать огонь не буду. Я могу раненых спасать. Так они вон, я раненые-то, упали с вертолета на заминированном поле. Но я поползу, душу положу за ближнего. А не душу вытряхивать из кого-то, стрелять. Ведь вот, ну во всем надо быть разумным. И вот дальше все это идет и идет, все это перечисляет. Что впереди считал, все это в конце Василий Великий, правило 89-е. Вот откуда взято. Я вот тормознул тут, тогда прочитаешь-то. Церковное служение без моего разрешения Златоуст будет мирянином, то есть извергает из сана. Это Василий Великий писал. Василий Великий. Когда пришел к нему на Богоявление, это такой шумный праздник, крещение. Валент, император, еретик, арианин. То он подивился, какая строгость. Такого порядка, говорит, я у себя не видел. Возьмите, пишет Иннокентий Вениаминов, митрополит московский, когда он просветитель северных народов Российской империи. Я, говорит, мог узнать, сколько человек было на богослужении, когда они выходили. Они стояли на снегу, ну, юрты, они же не отапливались-то. И вот сколько было, как станут, так и стоять. Но, говорит, один грех никак не мог, у них блуд. У них считается, если гость попал к тебе, гость откуда-то, обязательно уложить его и отдать ему или дочь, или жену. Потому что близкое родство, народ ослабленный был. И вот побег из ГУЛАГа, если там немец бежит. И она его лечит, а сама спит с ним. И ребенок, когда родился от него, и все знают, что она нажила его от этого, от беглого
немца пленного. Он говорит, мой ребенок, и все поздравляют, мой сын мой родился. А там видно, что он на него не похож, на этого камчедала, на немца, якута. Вот такой порядок был. И Вениаминов, Иннокентий, митрополит, говорит, ничего не мог сделать. То есть попадали они на эту удочку. Дальше. Пост обязателен для всех. И только больным, малым и очень престарелым священник может разрешить в постные дни вкушать вино и лей, масло растительное и ничего более всего. Кавычки открыты. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или подиакон, или чтец, или певец, не постятся в святую четыридесятницу 40 дней перед Пасхой, или в среду, в пятницу, в течение года, ну, когда так указано, кроме препятствий от немощи телесной, да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен. Апостольское 69-е правило, Тимофея 8-е, 10-е правило, Новая Скрижаль, страница 248-я, 6-й Вселенский собор, 56-е. Человек, который не постится, он не православный. А я не могу, или придумали первую, последнюю неделю. Златоуст говорит, у царя 7 дочерей, ты первую почти и последнюю, остальных пренебреги. Понравится царю? Нарушающий пост отучается от причастия на 2 года. Настольная книга священнослужителя, том 1, страница 535, и выпущенная в советские годы патриархией при патриархе Пимени. «Не есть колбасы с кровью» – это Деяние 15 глава и 100 глав 91 глава. Но колбасу вообще не надо брать в руки, даже которые продают. Там всякую пакость толкают, и человек берет, жует, стоит. И... Ну как-то можешь себя укоротить-то. Вот у меня близкие, которые люди рядом, ни один этого делать не будет. И были у нас только в общине двое за сало приносили. Я запретил. Запретил категорически. Вам надо, в другой комнате ешьте, там сидите. А сюда не заносите на общий стол. Никакой нужды нету. Своя у тебя курочка есть. Ну, приготовь, принеси. Свинину не надо. Почему? Соблазн. Не надо. И которые близко ко мне люди, они этого придерживаются с радостью. Не есть колбас в крови. Бывает гематоген, лекарство, кровь. Ни под каким видом. Вот почему. Правильно колоть надо. Кошерная пища, говорят. Можно или нет. Это самая чистая пища, кошерная. Ешь с молитвой. Начинает придумывать там колдовство. Ее и кровью идольскую. Там, ну, глупости, глупости городят. Ну, это, говорят, евреи все делают, чтобы мы отравлены были, евреи. Да тебе у евреев учиться надо. Как они смотрят, чтобы их люди не отравились, не нарушили закон. Кошерная пища. И у мусульман. Вот у меня сестра родная. Она жила недалеко от Фрунзе. Там поселок Воронцовка. Ну, и она куриц там держала. Я не знаю, что у нее там еще было какая-то. То ли курицы. И она знала, видимо, близко сошла с ними и знала, как надо правильно колоть. И у нее, ну, она обделает, там чистое все. У нее сразу разбирали. А другая рядом продает, у нее никто не берет. У нее голова, говорит, отрубленная. А ее не надо рубить, ее надо надрезать, чтобы кровь вытекла. Вот они смотрят за этим. Они вообще-то свою божественную книгу-то и не знают. По их мнению, божественную, священную. Вот. А мы должны знать. 5-й пункт. Это у нас все исполняется в общине. Это у нас висит кратко церковная дисциплина. Кто приходит, вот на один день пришел, мы его сразу знакомим с правилом. А то говорит, ну ладно, вас мало, поэтому у вас порядок такой. А нам разницы нету, ни мало. На праздничные дни к нам приезжает людей больше, чем у нас жителей. Больше. И все в один день, все одеты как должно, никакого папирос нету, рубашки на выпуск, подпоясанные, застегнутые. Вот тут интересно, корреспонденты пришли к нам, а одна из них Наталья Сохарева, видимо, хорошо пишет, губернаторскую премию получила там и прочее. Ее наши сестры сразу же там, ну, в одном коридоре, как кочегарка, и там ее одели, стоит. Молится ее, фотографирует, и как будто она наша. В Потеряевку приехала секретарь городского отдела Барнаула, Саша Морозова. Ее мигом одели там все, она оделась сама. Она такая из себя видная девчина-то. И нигде ее не отличишь, что она не наша. Приехали с митрополитом, ну кто там, Хариски назвать-то, молодые девчата все.
митрополия Алтайская, Московского патриархата. И они сразу к Маше Глушко, этой Барабаш, и там сразу же переодели их, их даже не отличишь, они в голубом во всем стоят. Ребята все под поисками, ну даже будет в 100 раз больше, и мы их всех сразу в один день. А то есть еще не делают. Где об этом написано? Что такое? А вот считаем. 6-й Вселенский собор, 70-е правило. Истребить всяческие разговоры в храме даже шепотом. Непозволительно жолом во время божественной литургии глаголоти, но по слову апостола Павла да молчат. Не разрешается им разговаривать, но повиноваться, как и закон глаголит. Если же чему научиться хотят, в дому своих мужей да вопрошают. 6-й Вселенский собор, 70-е правило. 100 глав, 14-е, 38-е правило. Жены в церквах да молчат. 1 Коринфянам, 14, 34-35. Никому из мирян в алтарь не входить. Лаодикийская, 19-е, 69-е. Никому из всех принадлежащих к разряду мирян да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но по некоему древнему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. Вот какая, какой канон есть. Это 6-й Вселенский собор, 69-е правило. Вот. И женщин в алтарь не впускать. Женщин. Ладикия, собор Ладикийский, 43-й. Получается, согласно этого правила, президент может входить, но только с одной целью. Если восхочет принести дары Творцу. А что это? Ну, толкования нету. Надо Занара, Аресин, Вальсамон, толкователи книги правил, канонов. Вот там надо посмотреть. Может быть, есть что. Не знаю, какие дары принести. Я вот про что говорю. Не знаю, денег положить там или дары молитвенные. Хотя бы и монахинь в алтарь не впускать, невзирая ни на чьи благословения. И не впускать никогда, ибо даже младенца, девочку в алтарь не разрешается вносить, когда крестят. А здесь, перед главным иконостасом, перед образом Богоматери, там, ее в руках священник поднимает кверху, а потом поперек крест ей делает. А мальчика заносит вокруг престола. Там, вот. Но какая бы она ни была монахиня, но она не праведнее этой девочки, которая от роду 8 дней. У меня было такое свидетельство. Разговаривал со священником. Я могу даже назвать. Отец Владимир Цветков. И Леонид Грошев, игумен был. Город Фрунзе. Но это было в 87-м году. Я освободился как раз. Бороды-то не было. Я не ходил в церковь, пока борода не отросла. Согласно закону. И ему стал говорить. Он говорит, как? Так она си какая-то там. Си монахиня. Вот. Ее митрополит благословил. Я говорю, ну и что? Митрополит благословил. Да он не может благословлять вопреки канонов. Ну, канон-то это общепринят, а это архиерей по своему, говорит, разумению делает так. Его за это надо наказывать. Ну и вот она ее Пульхерия звать. Ну, Пульхерия, она может быть какая-нибудь была там Аннушка или Наташа. Это имена-то все нарочничные у них. И главное, придумали сейчас называться во имя мужей. Вот удивительное дело. Но есть такие сдвоенные кентавры, имена кентавр. Валентин, Валентина, Александр, Александра. Ну, есть. Но если Игорь, то Игорь женский нету. Женщина, на женское. И Валентин, значит, Валентина есть. Мария есть женщина, а Марии, или как сказать, мужчину нету. И вот она начинает. Константина, да, Игнатия. Ну, нет таких. В честь кого они названы-то? Называется в честь святых. А этот, когда постригает, то дурь, прям одна дурь сплошная. Вот это самодеятельность, как Петр Первый говорил. Не по бумажке, чтоб считали, дабы дурь каждого видна была. И вот здесь они особенно на этом прокалываются. Невзирая ни на чьи благословения. И отец Владимир, она зашла в алтарь, и, а бабки перед ней там, вот она в черном, одета, как положено. Ну, как она имеет доступ, туда заходит в алтарь, никто, а она заходит. Ну, и она как будто бы такая смиренная, такая хорошая.
И он ей остановил и говорит: вот так, сестра, больше сюда в алтарь не надо вам заходить. А почему? Канон говорит, Ладикийский собор, 43-е правило, женщин в алтарь не впускать. Но меня же архиерей благословил. Но архиерей не может благословлять вопреки, это недействительно, вопреки соборов. Как Феофан Затворник говорит, священник говорит, я благословляю. А Бог не благословляет, вопреки канонов, вопреки это. То есть, чье благословение будет утверждено на небесах? Ну, вопрос-то риторический, как говорят. Дальше. Свечи, это 6-й пункт у нас, должны быть только чисто восковые, без малейшей примеси. Кавычки открыты, чтобы вы могли отличать священное от несвященного. И не чистое, а чистого. Левит 10.10. Сегодня ни одной свечи нету в храмах, ни одной почти. Вот мерзость. Их, к ним прикасаться, к этим свечам нельзя. Да, не догорают. Да разные там красители добавляются. И зеленые, и синие, и красные. И полагарка. Пол свечки не догорит, уже воруют. И мы как-то ходили тут звонить на колокольню в Барнауле. Смотрю, полный мешок набитый. Видимо, не один этими огарками. Это наворованное все. И вели сынам с Израилем, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Исход 27.20. Ну, прямо указано. Чистое. А это, говорит, как задушающий пса или проливающий свиную кровь. Если кто из притчи или мирянин из всякой церкви похитит воск или елей, да будет отлучен от общения церковного, и, вернув похищенное, в пятеро да добавит тому, что взял. Апостольское правило 72. Из церкви ничего нельзя брать. Не трогай. Купи, по идее, все. Эти правила. А почему? Да зачем щамкать-то? Чему? Ну, сказано. Че все пояснять-то? Раньше 30 лет рукоположены, они недействительны, к нему подходить не надо под благословение. Апостольское правило, 6-й Сергиевский собор, 14-15. Священники, ее нарушаю, закон мой. И оскверняет святыни мои, не отделяет святого от несвятого и не указывает различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, я уничижен у них. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Иезекииль 22:26 и 44:23. В 28 житиях святых упоминают свечи, и, конечно же, только восковые, как говорил святой Серафим Саровский о том. И елей натуральный, не вазелиновое масло. Где это? Новая Скрижаль, страница 43. Симеон Солунский, глава 25, 134. Стоглав 44, 47. Повторяю, это мои материалы. Это мои материалы. Я больше читать не буду. Мои, то есть из книги взято. Я взял-то откуда-то, но соединил вместе. Если кто ссылается, он может, ну, показать, откуда он взял это, разрешается. Ну и все на этом. Это все еще молитва как продолжалась. Я сейчас отключаю и сразу начинаю события дня. Если кто хочет, может остаться.